Джек Грилиш, правее Морес. Перевод направо. Очень активно начинают и тайм второй. Футболист английской команды, так и 80-й номер у нас также, но пробить не успел, передачу не отдал. А это уже в деле Коул Палмер. В его направлении. Здесь допустил ошибку. В сути, один в один. Может быть, стоило низом пробить под опорный угол кипера. Вновь Грилиш и не долетает до Хулиана Альвареса. Корпуса били его нещадно. Как мы и предполагали, это было очевидно, что во втором тайме будет много замен. Но пока больше замен, значительно больше. Лучше играет Манчестер Сити. Лучше. Не просто держать, а еще как. С огромным. Палмер. Пас направо. Но здесь игру берет под контроль Касерос Рамос. Подхватывает мяч. Как омолодился состав Манчестер Сити. Маккейти. И он вышел на замену. Перевод мяча на противоположный фланг. Победу в прошлом сезоне Манчестер Сити у Ливерпуля. А в кубках не преуспел. В 1-2 финала Ливерпуль. Времени подобраться к воротам Сити у Америки.